Биш, включай. На помощь! На помощь! Мы имеем пополнение на планете Троя. Нас атаковали силы АМС. Срочная помощь! Откликнитесь! Наши координаты! Этот сигнал бедствия получен 4 часа назад. Так, первое отделение на месте. Они проверят координаты сигнала. Ответьте 3-2. Что там рядом с башней? Башня выглядит заброшенной. На улицах мертвые колонисты. Выживших не наблюдаю. Ясно. Пилоты, посмотрим, что тут. Рассредоточьтесь. Встреча у южных ворот. Будьте осторожны. Эй, у меня тут кто-то живет. Уничтожить его! Огонь! Высылаю десантные корабли. Расчетное время прибытия 30 секунд. Пилот, это уже не спасательная операция. Биться будем насмерть. Готовьтесь. Убейте всех. Биш, займись журналом аварийного маяка. Я хочу знать, что здесь произошло. Повышившим колонистам. Я ловлю какой-то сигнал, но он искажен. Дай мне немного времени поработать с ним. Ожидайте высадки Титана. Мы неплохо начали, но решающего перевеса еще не добились. Входящий сигнал. Удалось выделить только голос. Включаю воспроизведение. Вы наконец-то нашли наш уголок вселенной. Мы не террористы. Мы не имеем отношения к вашей проклятой войне. Мы уходим на планеты. Если вы слышите меня, не связывайтесь с АМС. С ними нельзя договориться. Лишь поработай с сигналом и выясни, куда ушли планеты. Хорошо.
сообщи о состоянии дел. Все еще работаю над полной расшифровкой радиопередачи. Пока получил вот это. Отходим наверх. Отходим к кораблю-носителю. Я узнаю этот голос. Слышал его где-то раньше. Проведу анализ голоса, на это нужно еще немного времени. Говорящего, но этого не может быть. Этот парень исчез еще 15 лет назад. Выкладывай, ведь у нас мало времени. Его зовут Макал. Когда я был новобранцем, он уже был легендой. Но не на нашей стороне. Хорошо, выясни, откуда он ведет передачу. Эй, Титан, ты готов? Поможет только чудо. Победу мы уже не упустим. Канал связи. Кто бы вы ни были, назовите себя. Да какая разница, кто это? Они пытались выследить вас, но почему-то нашли нас, долбанное ополчение. Мы не хотели вашей войны, так вы принесли ее в наш дом. Устроили резню мирных жителей. Мы откликнулись на ваш сигнал бедствия. Повторяю, назовите себя. Это Джеймс Маккаллан. Ранее работал на AMC. Хотите помочь? Так приходите и заберите меня. У меня здесь выжившие. Их нужно вывести. Подождите. В частоте подключилось командование АМС. И не стоило объявляться, Макала. Эй, ты все еще не на той стороне, а? Мы солдаты, Мак. Если думаешь, что можешь отсидеться, то ты кретин. Теперь мне точно не догрёз, сукин ты сын.